«Вкусный фестиваль». В Ивановском колледже сферы услуг состоялся конкурс кулинарного искусства среди студентов профессиональных образовательных организаций. Мероприятие ежегодное, в этот раз собралось более 40 участников из 20 учебных заведений Иваново и соседних губерний. Тема 8-го межрегионального фестиваля кулинарного искусства «Мы любим российское кино». И все блюда здесь связаны с фильмами. Например, вот этот торт и огромный бутерброд с вареньем. Нетрудно догадаться, из фильма «Девчата». Кондитерское искусство, без сомнения, самая красивая площадка. Каждый торт как музейный экспонат. Идеи для вдохновения кулинары черпают даже из мультфильмов. Вот этот бисквит сделан по мотивам сказки «Вовка в 39-м царстве». Сами карши сначала делаются, выпекаются часа 2-3 и выдерживаются тоже 2-3 часа. И потом это смазываются все кремами. Они застывают тоже очень долго. И потом уже все накладывается, все фигурки. Эти фигурки все съедобные, они сделаны из мастики. И краски тоже все съедобные, пищевые краски. На площадке поварского искусства все выглядит не менее аппетитно. Здесь и румяные поросята, и запеченные осетры, как будто с царского стола. Судьи выставляют баллы за сервировку, внешний вид блюд, за презентацию и, конечно, оценивают вкус. В жюри – опытные повара и рестораторы. Признаются, с каждым годом оценивать студентов все сложнее. Действительно предоставлено композиции, посвященные году российского кино. Есть очень сильные работы, есть достойные работы. Ну, ребята сделали, конечно, на высоком уровне все. Оценивали на конкурсе и мастерство официантов. Они лицо заведения и способны улучшить или испортить впечатление от любого блюда. Стол должен быть накрыт идеально, вплоть до симметрично расположенных салфеток. Оказывается, даже конкурс официантов может соответствовать общей теме. А у нас тематика российского кино, и мы взяли тему «Д'Артаньян и три мушкетера». И, соответственно, мушкетера. Сервировка стола правильно идет, десертная ложка сверху, вилка слева, нож справа. В принципе, все. Все находится на 2 сантиметрах от края стола. Назвать этот фестиваль кулинарным поединком неправильно. Скорее, это обмен опытом. Тем не менее, победители будут названы. Мария Попова, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.